Император, мне кажется, или там писюны? Если вы это в серию поставите, я вас уволю. Ваше сердце свободно сейчас. Иди сними раздевалку. Слышь, раздевалка сильная, иди заходи, переодевайся. Бля, во мне столько дури и заряда энергии, главное до Каспийского моря не доплыть. Император, лови. Ты можешь снимать так, чтобы у меня живот плоский был? Ничего, со следующей недели на жесткую диету с понедельника сяду. И тогда всем хана. Ёлки. Походу, я скоро к тебе пересяду. Короче, история такая. Эта вещь называется САП. Максимально неустойчивая. Я один раз в жизни в Дубаях попробовал на нее встать. 8 раз вставал, 8 раз нырнул в воду. Здесь я как-то вот стою пока. Все время боюсь упасть и намочить петличку. Я когда с Кипра вернулся, я с собой привез 8 дополнительных килограмм. Так что со следующей недели я сажусь на жесткую диету с понедельника. Кто со мной, пишите в комментариях. Так уж и быть, возьму вас с собой в мир силы воли, характера. Сладости. Итак, наша задача добраться до нудистского пляжа. Нам ежик обещал кое-что там показать. Сейчас смотри, я подплыву комару, короче, скажу, давай на перегонки, как он включится. А, смотри, я тебе что хочу сказать. Ты тормозить научился? А ну покажи. И что, если я тебя обгоню, что такое? Все, он, давай. Чуть посильнее станешь, набирай. А то он думает, он молодой, у него сил больше. Смотри, я моторку догоняю. Мне кажется, или там писюны? Давай, или ты, или я, кто-то один должен выжить. Ну что, благодаря магии кино мы покинули водный мир и переместились в центр Москвы. Мы приехали в кинотеатр «Октябрь», нас пригласили на премьеру фильма «Это зима лайв». Сейчас все покажу. Тронулись. Итак, ребят, мы находимся на красной дорожке на премьере фильма «Космический джем», где играет Леброн Джеймс, играет его сын. Леброна Джеймса озвучивает Леван Горозия. И самая главная интрига этого события, знаете какая? Съем я сладкий попкорн или нет? Мой стальной характер и железная сила воли позволят мне удержаться. Эй, ты что снимаешь? Если вы это в серию поставите, я вас уволю. Леброн Джеймс? Да. Джордан. Ну, вы знаете, Майкл Джордан – легенда. Леброн Джеймс будет легендой для следующего поколения. Вот главный герой, он, получается, рискует ради своего сына. Да. Когда мы последний раз рисковали? Да постоянно. С ним жизнь – сплошной риск. Ничего не знаю. Никогда не знаешь, что он завтра сделает. Вань, вопрос, который волнует просто всех девушек. Ваше сердце свободно сейчас? Оно свободно, но я пока не рассматриваю варианты. Приехали на премьеру, народу куча. Но несмотря на это, мы все равно снимаем для вас шоу «Зима лайф». Слабакам у нас дорога. Ребят, на самом деле мы находимся в Москве недалеко от 905 года, это почти центр. Вот это живописный мост, который ведет на Новую Ригу. Там чуть-чуть проехать МКАД, там чуть-чуть проехать 905 года и центральный зоопарк. А мы на воде. И с этого ракурса город еще красивее. И необычные ощущения. Смотришь на него и думаешь, какая же прекрасная у нас столица. Вот я где в мире не был, таких зеленых городов по пальцам сосчитать.
Ребят, я там красивее сказал, а надо красивее. Я не русский, делайте скидку. Короче, история такая, мы сейчас кружимся, посмотрим, сколько кругов сделаем, пока не упадете. Как ты думаешь, сколько кругов? 30. Мы даем 3 круга. Я просто не хотел, чтобы Амар проиграл. Я уже видел, он падает. Ну, давай цепанем меня, как Амара цепляли. Смотри, что с веревкой стало. Она стала длинной. Она скрутится потом? Нет, уже. Ну, видишь, это... Ребят, мы вам веревку выпрямили, все нормально. Здесь хороший кафешка. Лещо случилось. Какой лещо? Ребят, мы вам веревку выпрямили, все нормально. Короче, покатались от души. Пляж супер. Как он называется это? Сап, тоже нормальная тема. С нами ресторатор. Ты же ресторатор? Я ресторатор, да. Сейчас он проведет краткий экскурс того, что мы едим. Как то, что это? Вы не сможете съесть в нормальных ресторанах Москвы. А здесь, прям на природе, с пылу, с жару. Если ну, я бля... захочу такое съесть в твоем ресторане, ты мне приготовишь? А, на свежем воздухе тебе приготовлю. Да, но только я. И Алексей. И только тебе. Да, и только тебе. Я достаточно неловко себя ощущаю на этой сцене, потому что все, что я сделал, я просто пришел и озвучил Шиброва Джеймс. Самое главное, наверное, здесь очень много фанатов именно космического джема, которые смотрели этот фильм еще в первую его часть. Они совершенно не перекликаются, но от этого второй фильм не становится хуже. Желаю вам отличного просмотра, рад, что здесь много детишек. Большая ответственность для меня лично была при изучении этого кино в том, чтобы моему сыну этот фильм зашел точно так же, как мне первая часть. Смотрите «Космический джем», играйте в баскетбол и не забывайте мечтать. Посмотрели фильм, там было противостояние отца и сына. Мораль всей басни такова: родителям нужно относиться внимательнее к детям. И наоборот, детям тоже нужно относиться внимательно к родителям. А я поехал домой спать, уже я сегодня не выспался, я встал в 7 утра.